Я сейчас на улице Амурская нахожусь. Еще одно здание, но это 36-й год, 1936 год. Сталинка. И очень оно тоже строили. И в сталинские времена тоже потом вернулись, вот что все-таки архитектура, она должна быть архитектурой. О, знаменитая гайка. Когда я работал в милиции в 80-х, в конце 80-х и в 90-х годах, вот возле этого места, оно было просто как проклятое. Вот. По статистике здесь драки были постоянно и, к сожалению, много человек вот именно здесь было убито. Вот в пьяных таких поножовщинах. Еще раз смотрим на это здание. Напротив тоже старинное здание. Ну, это уже современное. Современное и какое-то оно заброшенное. И стекло еще разбито. Видимо, что-то пошло не так. А вот это вот, он такой шпиль. Это краевой суд. Вот там надпись видна даже. Краевой суд. Бывал я и в краевом суде, когда там апелляции различные рассматривали. Вот. Но я в своей жизни ничего не выиграл, ни одного суда. Кстати, еще раз напоминаю, что я сейчас нахожусь в Чите, иду по улице Амурской. И сегодня настоящая весна, и капель, и вот эти вот старинные дома. Они очень красивы. Там вот дом в глубине спрятан, написано 1909. И медальон Ленин выше этой надписи. Какое отношение Ленин имеет вообще к этому дому? И не знаю, ну пора его оттуда сколупнуть, друзья. Ну, а он вообще портит вид. Да, портит вид. А отдать можно в музей коммунистам. Написано «частная территория». Так. А, ну вот этот областной суд. Вот так вот он смотрится. Ну, симпатичное здание, но почему-то как-то просто кирпич, никакой отделки. Можно было, конечно, и покрасивее строить. Тут вот какая-то недоделка, что-то пошло не так. И подошел я сейчас к типографии, здесь вот располагается типография, крупнейшей газеты, ваша реклама, и я сейчас здесь буду давать объявление. А на той стороне, вот слушайте, куда ни пойдешь, везде какие-то достопримечательности. Там сквер любви, декабрист, памятник, ну правда тоже неказистый, я как-то недавно смотрел сюжет по забайкальским новостям, там все фонари побили, в общем, что-то пошло не так, и, в общем-то, сквер этот запустили. Его и как бы так не видно, памятника не видно отсюда, вот. Да и хватит сегодня на сегодня снимать, вот он, здесь вот находится типография «Палитра». Ну, все, мы ходим по Чите.